Вітаю вас, друзі. Це вас хвилює. Ми працюємо в прямому ефірі. І як завжди, по понеділках в центрі нашої уваги медична тема. Сьогодні ми з вами будемо хвилюватись про профілактику гострих респіраторних вірусних інфекцій. І нам допоможе головний лікар Центру первинної медико-санітарної допомоги номер 1 Ірина Пліткіна. Я нагадую, що ми працюємо в прямому ефірі. Наш контактний телефон 76 92 43 42. Якщо у вас є питання, телефонуйте нам. І я думаю, що у вас, глядачі, є питання, які ви обов'язково поставите нам в прямому ефірі. Ірина Николаевна, здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо большое, что, несмотря на занятость, вы приехали к нам в студию. Будьте добры, тема нашего сегодняшнего разговора – это профилактика острых респираторных вирусных инфекций. Сейчас начало сентября. Не рано ли мы начинаем об этом волноваться и говорить? Ну, родители начинают волноваться, наверное, только с приходом лета, когда намечают планы, как оздоровить своих детей, ну и самим, естественно, тоже отдохнуть и подготовиться уже вот к осеннему периоду, когда идет первый подъем вирусных заболеваний из-за того, что начинается контраст температуры. У нас было в этом году очень жаркое лето, поэтому даже похолодание в 25 градусов, нам кажется, что уже стало холодно. И, в общем-то, уже, а когда температура снизится уже ниже 20, то, естественно, при скученности детей, потому что они пошли в сады и в школы, их стало там больше, естественно, наблюдаем подъем вирусной инфекции. Ну, конечно, начиная оздоравливать детей, родители всегда очень, так скажем, в планах вот своих думают, вот мы сейчас летом закалимся и все, и не будем болеть. Но вот когда они начинают вот этот период закаливания, очень хочется порекомендовать, чтобы уйдя уже в сентябрь, октябрь месяц, когда снизились температуры, они моменты закаливания или купания в более прохладной воде, обливание, даже обливание ног или всего тела ребенка, вот эти моменты, они все забрали с собой уже в осень и в зиму. То есть продолжать, продолжать элементы закаливания. То есть вот эти обливания холодной водой или прохладной водой, скажем так, 25 градусов, это уже будет для ребенка, ну, достаточно контрастный душ. Обязательно надо помнить о том, что если летом ребенок особенно, ну, отдыхал, у него был немножко такой вольный режим, то не забывать о том, что соблюдение вот этого режима отдыха для ребенка тоже очень важно, потому что придя в школу или придя в детский сад, у него, естественно, будет эмоциональный стресс, так называемый. Это новый коллектив, новые учителя, новые педагоги в детском саду. Поэтому соблюдение режима, обязательно отдых в дневное время, достаточно продолжительный сон, это тоже моменты профилактики вирусных инфекций. Не болеть ребенок не может, потому что у него ребенок рождается с наивным иммунитетом, и вот эта выработка иммунных тел, антител к любому вирусу, это и говорит о том, что ребенок здоров, что у него есть иммунитет. Единственным условием, что болеть ребенок вирусной инфекцией должен непродолжительно. Если он заболел, там посопливил, прокашлял и выздоровел, это нормально. То есть нормально взрослеет человек, у него идет выработка иммунитета, так должно быть. Поэтому огорчаться, тревожить доктора и говорить, что дайте нам волшебные таблетки, потому что мы часто болеем. Так быть не должно. А нет таких таблеток волшебных? Нет волшебных таблеток. А вот эти моменты, они помогут ребенку более легко переболеть. И если ребенок за год болеет 3-5 раз вирусной инфекцией, это нормально. Это не должно настораживать родителей. А вот если ребенок болеет или у него вирусные инфекции осложняются воспалением легких, гнойными отитами, ангинами частыми, вот тогда надо уже потревожить доктора, обратиться и дополнительно обследовать ребенка, может обратиться к иммунологу для того, чтобы заподозрить,
вдруг у ребенка есть, ну, один из вариантов врожденного иммунодефицита. Но таких случаев я хочу сразу предупредить. Частота встречаемости врожденных иммунодефицитов, она очень низкая, поэтому ребенка надо дополнительно обследовать, но это не значит, что мы выявим этот иммунодефицит. Есть такие транзиторные состояния, которые с возрастом просто проходят. Ну, кроме закаливания и режима дня, обязательно это хороший, правильный. Правильное питание должно быть, здоровое питание. И надо помнить о том, что ребенок должен кушать, ну и взрослому хорошо кушать 3 раза в день, а ребенку надо кушать 4-5 раз в день. 4-5 раз? 4-5 раз. То есть у него должны быть основные приемы пищи, и обязательно должны быть вот 2 приема таких перекуса, да, когда ребенок должен получать то же самое, потому что калорий они тратят больше, эмоций у детей больше. Поэтому и питание у них должно быть полноценное. Основная группа – это должны быть белки, немножко должно быть жиров и углеводов. Но основная масса 70% – это белковая пища. Белковая, ну, я не говорю о растительной, это клетчатка, конечно, она составлять должна львиную долю все равно в рационе для того, чтобы ребенок получал именно белки, а растительная клетчатка будет способствовать их правильному усвоению. Ну и это, естественно, получая такую еду, ребенок получает витамины и микроэлементы, которые нужны ребенку для интенсивного роста. Поэтому, соблюдая вот моменты правильного питания, родители тоже будут осуществлять профилактику вирусных инфекций. Ирина Николаевна, а как известно, когда начинается осень, вот как мы сейчас с вами выяснили, то дети начинают болеть, потому что больше детей в коллективе, они приходят в коллективы, и чем больше коллектив, тем выше риск заболевания детей. А все-таки вот основной пик заболевания вот этих инфекций, когда приходится? На какой период года? Вообще, как-то тяжело сказать, когда пик, потому что вирусные заболевания, они просто подразделяются, так как вирусы разные, то у нас будет тропность вируса. То есть летом те же самые поносы, рвоты, это тоже вирусы, только это ротовирусная инфекция будет, которая будет поражать желудочно-кишечный тракт. Зимой это будут больше вирусы, которые поражают верхние дыхательные пути. Но вот это, когда мы начинаем, сентябрь, октябрь, вот сейчас у нас поменяется, температура станет более прохладной, человек попадает в такой температурный стресс, и, естественно, вирусы, они все вокруг нас, и плюс идет скученность детей, в данном случае в школах и садах, и они быстрее перезаражаются. Поэтому, то есть, температурный, вот этот температурный стресс, говорят, простудился, потому что там ноги промочил, да, переохладился, да. Вот температурный стресс для ребенка может быть плачевный, и он может заболеть, потому что он сильно замерз. Так вот, чтобы он легче переносил температуру, мы говорили о моменте закаливания. То есть, если организм наш привык натренирован, к контрасту, да, температуры, то он легче перенесет вот это снижение температуры. Почему мы хотим закаливания? Это адаптация к низкой температуре организма. А скажите, пожалуйста, вот вы говорите, например, ребенок переохладился, промочил ноги, замерз, и он заболеет. Это простуда или это вирусная инфекция? Вот чем отличается простуда от вирусной инфекции? Простая простуда и вирусная инфекция. Но все равно у нас в данном случае в любом будет простуда. Но простыл, это все равно он заразился вирусной инфекцией. А все-таки он все равно заразился вирусной инфекцией. Все-таки инфекция в нем дремала, да? То есть это, да, он или извне получил, или это было на слизистой. Ведь мы вдыхаем миллиарды вирусовых бактерий. Ужас. Но мы живем в океане. Не мы с ними, а они с нами вот живут. Вот. Поэтому если вот такая стрессовая ситуация в организме наступает, то и проявляется вирусное заболевание, и бактериальное заболевание будет проявляться при стрессовой ситуации. Это может не только быть переохлаждение, это может быть какой-то эмоциональный стресс. И то же самое голодание, это тоже организм ослаблен, и это может тоже вызвать
обострение, вот, ну, в данном случае вирусной инфекции. А скажите, пожалуйста, Ирина Николаевна, переутомление может способствовать обострению вирусной инфекции? Это эмоциональный стресс. Переутомление. Поэтому мы говорим о том, что ребенок, да и взрослый, все должны правильно отдыхать. Организму обязательно надо дать возможность отдохнуть. Поэтому если еще ребенок и ребенок, ну, учась в школе, взрослый, работая на работе, получая какой-то вот такой эмоциональный всплеск, обязательно надо поесть, дать калории и дать поспать. Поэтому тогда организм будет иметь возможность восстановиться и не заболеет. А здоровый сон для ребенка, сколько часов в среднем должен спать ребенок? Я не имею в виду совсем маленькие, а вот, допустим, те, которые ходят в школу. Ну, первоклашки, допустим, как правило, первоклашки, это, да. Для подростков там тоже должен быть обязательно хороший отдых, для них должен быть сон, ну, как и для взрослого, уже 7-8 часов. Это для подростков, это для, да? подростков. А для первоклашек порядка 10 часов. Начальные классы надо спать 10 часов. Для того, чтобы организм нормально мог восстановиться, и, в общем-то, чтобы ребенок себя адекватно чувствовал и мог воспринимать ту информацию, которую он будет получать в школе. То есть, если первоклассник засиживается до 10, до 11 и не ложится спать, это недопустимо, нет, да? Нет, так не должно быть. Так не должно быть. Ну вот и реформа, которая сейчас в школе, она как бы направлена на то, чтобы дать ребенку возможность все-таки отдыхать. Потому что дети у нас, ну, мы тоже видим, что они перегружены. Ну и кроме того, идеальный вариант, чтобы в школе у них, конечно, ежедневно должны быть занятия физической культурой. Еще оптимальный вариант – это вообще бассейн в школе. То есть ребенок должен поучиться, покушать, позаниматься физкультурой или пойти в бассейн и потом прийти домой. Ну или еще там остаться выполнить уроки. Тогда это будет вот идеальная школа, там, где будет профилактика вирусной инфекции, там, где дети будут болеть мало, они могут даже с теми же там, с насморком, с прокашливанием ходить в школу. Я еще хочу отметить, что если ребенок, ну, мама видит, что у него есть катаральное явление, то есть там носом шморгает, прокашливает, не бояться, но нет температуры, и он говорит, что чувствует себя хорошо, пусть он идет в школу. Родители должны понимать, что процесс заражения, даже если это был вирусом, он уже произошел. То есть от кого-то ребенок заразился еще день или, может, 3 дня назад. Поэтому момент, когда уже там у него идет насморк есть, то он уже относительно не заразен. Если нет температуры, он может ходить нормально в школу. А если есть температура, а конечно, если есть температура, это однозначно, да? Да, то есть эти 2-3 дня ребенок должен побыть дома. Угу. Достаточно есть противовирусных препаратов, вот, которыми можно пользоваться. Ну, в общем-то, считается, что любую легкую вирусную инфекцию, ее как бы надо лечить симптоматически, то есть солевым раствором промыть нос, питание более такое, без нагрузки жирных блюд, вот, и с большим содержанием витаминов, аскорбиновой кислоты, то есть это обильное травяное питье, фрукты, фруктовый сок, и этого достаточно, чтобы наш организм справился с вирусной инфекцией и выздоровел. Вот вы сейчас сказали, легкая вирусная инфекция. Не так давно я беседовала с одной своей коллегой, и она говорит: слушай, как раньше приятно было болеть, когда ты легкое недомогание, и вроде как ты на больничном, и можно почитать книгу, можно отдохнуть. Но в последнее время вирусные инфекции, они как-то или стали агрессивными, или, ну, уже... Может, организм отвечает более так агрессивно, не агрессивно, а более сильно, потому что подъем температуры на вирусную инфекцию, ну, это нормальный иммунный ответ, именно при подъеме температуры вырабатываются антитела. То есть, в общем-то, это нормально. Но температура в течение 3 дней, она сначала высокая, потом уменьшается, и так должно быть. Этого не надо пугаться. Не надо принимать, не надо заниматься самолечением, не надо с первых дней пить антибиотики, потому что, да, это у нас вот бич, потому что все можно в аптеке взять без рецепта, и этим, в общем-то, иногда родители пользуются.
Здесь надо или посоветоваться с врачом, обратиться к врачу, или все-таки пользоваться такими средствами симптоматическими, не прибегая к препаратам более серьезным. Симптоматические средства – это какие, Ирина Николаевна? Это для понижения температуры, жаропонижающие. Они должны быть в аптеке без рецептов, их можно купить. Вот. И препараты аскорбиновой кислоты, то есть то, что витаминные препараты, опять же, группа В не принимается, туда будут у нас входить еще жирные витамины, это витамин А, витамин Е. И, в общем-то, и все. Это то, что идет для профилактики и для лечения. Солевые растворы. И солевые растворы. Да. Морская соль. Ирина Николаевна, вот бывает, когда ребенок заболевает острой вирусной инфекцией, и вот день температура держится, второй день держится, третий день держится, четвертый день держится. И при инфекционном мононуклеозе она может быть до 10 дней. Высокая температура? Она сначала высокая, после 5-7 дня может быть ниже, но, в общем-то, она будет. И это опять нормально. Если мы посмотрим стандарты лечения даже того же самого инфекционного мононуклеоза и клинику, то такая температура, тяжелое течение, оно будет обуславливать более другую, такую более серьезную терапию лекарственную, то при легком течении опять мы будем только пользоваться симптоматическими препаратами и, в общем-то, ждать, пока наш организм выработает антитела, и у нас появится иммунитет. А скажите, пожалуйста. Нельзя бояться температуры. Нельзя? Нельзя бояться. Ее надо вовремя просто снизить. Да, но она же очень... То есть для ребенка, как я учу родителей всегда, для ребенка температура должна быть 2-3 часа. Потом, особенно если это ребенок худенький, такой вот живчик, да, то у него больше не хватит энергии, чем на 3 часа, чтобы бороться с этой температурой. Потом у него будут уже биохимические процессы идти по такому пути, что, так называемый, как в народе говорят, ацетон подымется, ему будет уже плохо. Организм, его резерв за вот эти 3-4 часа, он истощится. Поэтому поднялась температура, попоили ребенка, смотрим, не падает температура, значит, дадим ему жаропонижающий. Пока оно подействует, пройдет еще час-полтора. Вот этого времени нам хватит для того, чтобы у ребенка выработались антитела. Потом через 4-5 часов температура может снова подняться. Мы дадим ей побыть какое-то время и снова ее снизим. На следующий день вот эта температура уже будет, если ниже 38, то тогда мы не рекомендуем ее убирать. Жаропонижающие уже не даем. Да, мы ребенка хорошо выпаиваем, даем ему хорошо питье с аскорбиновой кислотой, добавляем туда витамины А, Е, они в дрожже у нас идут. И, в общем-то, санируем слизистые, смываем вирус, который там есть. И, в общем-то, на 3-5 день получим положительный эффект. Угу. А скажите, пожалуйста, Ирина Николаевна, тем не менее, жаропонижающие, которые снижают температуру. А есть еще такие препараты, как противовирусные. Сейчас очень начинают их пить. Кстати, у нас есть звонок. Давайте, наверное, послушаем. Да, здравствуйте. Говорите, мы вас слушаем. Алло. Здравствуйте. Что за воспаление легких без температуры? И выписали антибиотики. По поводу вот этих антивирусных препаратов. Есть специфические фармакологические противовирусные препараты. Мы будем говорить, игропринозин, наверин, тамифлю, это препарат противогриппозный. То есть это препараты именно специфические, они действуют на вирус. Их назначает
врач непосредственно, то, что у нас идет реклама, и там говорят афлубин, противовирусный препарат. Да, вот волшебная таблетка, волшебная, о которой вы говорили в начале. Ну, это та таблетка, это растительный препарат. У нас много гомеопатических препаратов. Они все помогают, ну, если будем так считать, исследованиям, но исследования эти, они имеют разную достоверность, скажем так, что это категории С достоверность. То есть она не, ну, не настолько высоко и не из доказуемой, из рубрики доказуемой медицины. То есть мы можем их принимать. Ну, больной хочет, он может себе купить. Но сказать, что вот если вы будете пить таблетки афлубина, они вам помогут, врач никогда этого не скажет, потому что это не доказательная медицина. Угу. То есть, ну, сделайте травяной чай, ну, вместо афлубина возьмите это чай. Это будет дешевле, может это быть, даже будет и дешевле, лучше, заварите и попоите однозначно. Те же самые натуральные продукты, которые, ну, все должны употреблять, есть целый перечень натуральных продуктов, которые человек должен употреблять, например, каждый день. Чеснок. Чеснок. Ежедневно. Наесться чеснока и пойти на работу. Хрен. Грецкие орехи. Мед. Это обязательно надо кушать ежедневно. Лук. Дальше у нас идут соления. Ну, вот сейчас это будет уже актуально, потому что тот период, да, когда есть какие-то заготовки, именно соления. Ну, соления, соленые огурцы? Особенно, нет, особенно капуста. Кислая капуста, там, да? Очень много содержит, капуста, да, там очень много содержится аскорбиновой кислоты. И еще содержится очень много лактобактерий, которые вырабатываются при скисании, вот они очень хорошо способствуют поддержанию иммунитета и даже идут для профилактики вирусной инфекции. Я никогда не думала, что квашеная капуста – это профилактика. Да, это профилактика. Обязательно надо давать ребенку вот в школу, какие он должен с собой может взять, и будет это хорошо. Это взять орешки, да, грецкие орехи будут. Это может быть арахис, любые орехи. Это кладезь витаминов. Это обыкновенное, даже, ну, доступное яблоко. Ну, если мы будем его сравнивать, конечно, с апельсином или с киви, то здесь будет меньше у нас аскорбиновой кислоты, чем в апельсине, в яблоке. Но это доступно, это то, что ребенок может обязательно в школе съесть и, в общем-то, получит от этого тоже дозу витаминов. Ну, я всегда ратую за, если мы будем выбирать мясо и рыбу, за рыбу. Рыбу океаническую, рыбу морскую, потому что она содержит достаточное количество рыбьего жира. Рыбий жир – это витамин D3, о котором надо всегда помнить, что ребенку надо не только вот, да, в периоде на первого года жизни, в раннем детском периоде, врачи рекомендуют и назначают D3. Но мы забываем о том, что ребенок, у которого меняются зубы в 6-7 лет, ему тоже нужен необходим витамин D3. Обязательно рыбий жир. Если не любят, значит, рыбу, возьмите тогда, есть рыбий жир в доступных формах в аптечной сети. И я всегда рекомендую ребенку дать в этот период D3. Подросткам, которые очень интенсивно растут, 14-16 лет, им тоже рекомендуется витамин D3. То есть здесь можно комплекс витаминов с микроэлементами взять и попить. В весенний период, вот в этот осенний период можно 2 курса обязательно пройти таких. Это тоже повысит иммунитет, и ребенок хоть старшего, хоть младшего возраста будет меньше болеть. То есть все-таки витамины, они присутствуют, занимают значительную очень роль в нашей жизни, да? Потому что клетка, мембрана клетки, она состоит из витаминов, из ненасыщенных ненасыщенных жирных кислот, вот, куда входит витамин Е, витамин А, и обязательно должен быть достаточный их прием. И для этого совершенно не обязательно покупать супердорогие витамины. Нет, не, на сегодняшний день наша фармпромышленность выпускает доступные витамины для школьников, для детей вот такой вот среднего возраста. Нашего отечественного производства. Нашего отечественного, да? Производства, да. Там, где идут отдельно витамины, я так больше рекомендую витамины и микроэлементы, чтобы они были отдельно.
То есть, ну, например, нет, не буду заниматься рекламой, но, в общем-то, в один день можно принимать разного цвета. Витамины там будут группы В, вот, с теми же витаминами А, Е, и отдельно будут микроэлементы. Утром ребенок может выпить витамины группы В, в обед, придя со школы после еды, он выпивает уже микроэлементы и получает дополнительную дозу витаминов и микроэлементов, потому что, ну, к сожалению, наше питание на сегодняшний день и продукты питания, они немножко поменяли вот этот свой состав. И, в общем-то, ученые говорят о том, что количество минералов и витаминов на сегодняшний день в продуктах снижено. Да, а витамины все-таки дают энергию жизни. Да, это то, что необходимо. Любой биохимический процесс у нас в организме не обходится без витаминов и микроэлементов. Ирина Николаевна, у нас осталась буквально минутка. Будьте добры, вот даже нет минутки, но хотя бы одно слово, и так, чтобы не болеть. Ну, давайте два слова. Чтобы не болеть, надо вести здоровый образ жизни, правильно питаться, закаливаться и соблюдать хорошую, активную физическую форму. Много гулять самим, с детьми, находиться на свежем воздухе и, конечно, получать положительные эмоции от нашей жизни. И тогда все будет хорошо. Да. И главное, друзья мои, помните, что солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья. Друзья. Мы с вами хвилювались, друзья, але зараз не хвилюйтесь. На все добре.